Уже много слов было сказано о том, что нужно помнить подвиги дедов. Как воспитать новое поколение патриотами? Можно пытаться учить истории по учебникам, книгам, фильмам. Но по-настоящему оживить картину прошлого помогут только живые рассказы из уст участников войны. В школе номер 346 к изучению событий военных лет подходят серьезно. Здесь уже 40 лет работает музей боевой славы. Малыши из начальной школы приходят сюда на экскурсии. В старших классах некоторые из них сами становятся экскурсоводами. Можно узнать что-то новое вообще о блокаде, о Ленинграде. А вот о ветеранах, которые посещают наши музеи. Ну, мы должны уважать нашу историю, историю наших бабушек, дедушек, историю нашего города и передавать ее следующим поколениям. Школьники изучают историю войны со всей ответственностью. Они готовят исторические исследовательские работы, собирают информацию из рассказов и документов ветеранов. Также создают специальные экскурсии, посвященные биографиям героев войны. Эти дети занимаются исследовательской работой, и они соприкасаются не только с материалами опубликованными, но и с живыми людьми. То есть с той историей, которая еще у нас есть, с их родственниками, родителями, детьми и так далее. Среди посетителей музея есть и ученики из других школ. Главные гости музея – ветераны войны, партизаны, их дети и учителя, которые жили в блокадном Ленинграде. Они всегда рассказывают о войне молодому поколению. Когда началась война, я жила в городе Урицке. Это здесь, под Ленинградом, 12 километров от Балтийского вокзала. И потом в наш город вступили немцы. Буквально 8 сентября 1941 года. Школьники готовят концерты, экскурсии, встречи для ветеранов. Они, в свою очередь, передают фотографии, вещи и документы для экспозиции музея, дарят книги, ведут уроки мужества. Преемственность поколений важна для того, чтобы память о подвиге героев войны навсегда осталась в сердцах россиян.